Когда карьера рушится за 16 секунд. Российский боец ММА провел один из самых коротких поединков за всю историю смешанных единоборств. Сергея Харитонова вырубили за 16 секунд. В глубокий нокаут его отправил американец Хави Айял. Забрал сразу же Сергей Харитонов, и в своих интервью он отмечал, что сегодня мы увидим немного иного Сергея, не того, к которому мы привыкли. Попадает нокаут. Все кончено на первых секундах. Вот такой бой получился. Особенно расстраивает, что это была для Сергея премьера в турнире «Беллатор». Беллатор ММА, американская спортивная организация, проводит она бои по смешанным единоборствам давно и ежегодно организует турниры, в которых бойцы выявляют победителя по олимпийской системе различных весовых категорий. Вот как раз-таки с ней наш земляк и подписал контракт. И вот премьерный бой закончился таким факапом. Российский боец ММА, тяжеловес Сергей Харитонов. Давайте внимательно сейчас сравним противников и узнаем, ну, может быть, у него просто не было шансов. В свои 36 называют его уже ветераном. И не мудрено, опыт у него ого-го какой. 28 боев и на счету 23 победы за 16 лет стажа. Вес 118 килограмм. И вот на его-то фоне звезды ММА России американец по прозвищу Красавчик. А по паспорту Хави Айял, ну, он просто мальчишка, 28 лет, 9 боев и всего 4 победы. И вес-то у него 120 кило с лишним, учитывают профессионалы. Ну, кстати, заметили на этих видеокадрах, действительно, там даже комментатор вначале пошутил, что пресс у него явно не стальной, не спортивный, в отличие от Сергея, однако же, это не помогло ему спасти карьеру. И теперь явно в турнире для него ничего не светит. Забрал сразу же Сергей Харитонов, и в своих интервью он отмечал, что сегодня мы увидим немного иного Сергея, не того, к которому мы привыкли. Попадает нокаут. Все кончено на первых секундах. Вот такой бой получился.